Мы показали, на что идут знаменитости, которые хотят стать красивыми любой ценой. Стенио Гарсия, дядя Али из сериала «Клон», на старости лет увлекся пластикой. Следом за операциями 90-летний актер Стенио Гарсия столкнулся с проблемами со здоровьем. У звезды развились интоксикационный синдром и начальная форма сепсиса. Независимые эксперты подтвердили, что плохое тяжелое состояние звезды – это осложнение после пластических операций. Дина Саева. Дина Саева, блогер и модель, хотела увеличить губы, однако результат сразу насторожил девушку. Атек держался более месяца, поэтому Дине пришлось удалять филлер. Но эта процедура оказалась еще более сложной и травмирующей. Растворитель повредил слизистую губ. Гаара Аветисян. Гаара Аветисян худела на операционном столе Тимура Хайдарова. Визажисту удаляли излишки кожи и жировых отложений. Операция привела к осложнениям и тяжелому восстановлению, длившемуся несколько месяцев. Гаар жаловалась подписчикам на свое состояние и призывала близких молиться о ее здоровье, потому что ничего другого не оставалось. Виктория Романец. Виктория Романец, звезда «Дома 2», обратилась к пластическому хирургу за коррекцией носа. Ринопластику девушки проводили трижды. Но из-за несоблюдения рекомендаций врачей у Романец начались осложнения. У нее просела спинка носа. Придется снова идти в клинику, но звезду это не отпугнуло. Денег, здоровья и времени ради преображения ей не жалко. Татьяна Васильева. Актриса Татьяна Васильева начала делать операции уже в 90-х. Позже она запланировала обновить результат с помощью подтяжки лица. Однако Васильева по незнанию приняла аспирин до операции. Препарат спровоцировал разжижение крови, и на операционном столе у звезды началось кровотечение. Врачи буквально вытащили Татьяну с того света. Кристи Бринкли. 70-летняя модель Кристи Бринкли отличалась не только моложавой внешностью, но и всегда красивым, ярким загаром. Недавно стало известно, что у женщины диагностировали рак кожи. По словам самой Кристи, это произошло из-за отказа от солнцезащитных кремов и частых посещений солярия. К счастью, врачи оперативно помогли модели. Филипп Киркоров. В конце 2023 года Филипп Киркоров снова обратился к врачам, но на этот раз не за пластикой. По словам медиков, у артиста загноились установленные в пятой точке импланты. Пришлось провести немало спасательных процедур. Улучшение удалось добиться не сразу. Алана Мамаева. Экс-супруга футболиста Павла Мамаева тоже установила в ягодице импланты. Сначала девушка радовалась результату, но в конце концов материал под кожей начал расплываться. Импланты жутко сместились. Жить с ними стало невыносимо, поэтому Алана обратилась в клинику. Пятую точку поправили, но если Мамаева захочет похудеть, возможно повторение ситуации. Линда Евангелиста. Линда Евангелиста столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Модели ставили рак груди, проводили мастектомию. А еще ее состояние ухудшилось после криолиполиза, процедуры по устранению жировых отложений холодом. У Линды жировые клетки, наоборот, начали расти. Несколько лет она потратила на восстановление, но лучше ей не стало.